Всем-всем привет! А у меня очередная посылочка, которая шла ко мне опять очень долго. Ну, наверное, это из-за загруженности. Я даже не понимаю, почему. Открыла я ее не с той стороны, надо было там. Ну, ладно. Что же у меня здесь? У меня здесь моя любимая тотальная сыворотка Пионетика. Я ее так люблю, обожаю. И когда я увидела, что она есть в продаже, я ее сразу взяла. Тотальная сыворотка Бионетика. Она для всех типов кожи. Она работает на все морщинки, на цвет лица работает. У нее уникальная очень формула. Сейчас покажу вам, как она оформлена. Такая блестящая, красивая. Нам, девочкам, это очень нравится. Вот она. Крышка деревянная. Деревянная крышечка. Все. Вот такой здесь насосик. Герметично все закрыто, чтобы воздух туда не попадал, чтобы не было окисления воздуха с самим кремом, с самой сывороткой. Что немаловажно. И как же он работает, посмотрите. Я нажимаю вот на этот насосик, вот так вот провожу. И вот, видите, вот он. Вот она, капелька появилась, да? Вот она, капелька появилась. Я сегодня уже наносила на лицо, поэтому я нанесу на ручки. Рукам тоже нужна такая хорошая. Уход хороший. Приятный ароматик. Легкий, приятный ароматик. Такая тотальная сыворотка. Я ее ждала долго и дождалась. Я люблю класть все в коробочке. Меня мои дети зовут Коробочка, мама Коробочка. То, что я люблю так. У меня все в коробочках. Я люблю все, чтобы было красиво. Ну все. Это моя Бионетика ко мне пришла. Так. Бионетика. Далее у меня здесь тоник с церамидами. Я его протестировала на нашей банной вечеринке. У нас в нашей команде очень хорошая стала традиция. Каждый месяц 28 числа, ну, если выпадает на выходной, да, последний выходной, последнее воскресенье каждого месяца мы ходим с девочками в баньку. И там делимся своими фишечками, своими лайфхаками и своими пожеланиями, отзывами. Вот я у одной девочки, у коллеги, протестировала вот такой тоник. Сегодня я его тоже уже наносила. Наносила на руки, потом разносила и вот так вот аккуратненько по всему лицу. Я люблю везде, вот здесь подбровки, везде все это наносила. И зона декольте. Вот. У меня все подробно в моем чате, в Телеграм все расписано. Поэтому заходите в мой чат «Здоровая красота», читайте, располагайтесь и будете вместе со мной. Далее мне пришел вот такой гель из серии Эксперальта Аурум. Он на основе произведен на компонента пчеловодства здесь у нас. Я его уже вторую зиму использую, потому что вообще серия Эксперальта Аурум я использую зимой. Именно тогда, когда холодно. Почему-то для своей кожи я так решила, и моя кожа мне благодарна. Раньше у меня сухость была на коже зимой, а сейчас как будто вот окутана шубкой тепло, потому что здесь же мед, он же дает тепло, и мне очень нравится. Это мягкий гель для умывания, и много-много еще есть средств из этой серии. Тоже у меня в моем телеграме. Проходите, читайте. И вы узнаете, почему эта серия нужна нам, девочкам-красавицам. И у меня сегодня, я впервые, хотя я в компании уже с июня месяца 2022 года, но я впервые приобрела гидрогелевые патчи.
Я сегодня уже их с утра наносила. Сейчас я покажу их вам. Тоже так все красиво упаковано. Смотрите, опять же, своя символика наша, да, Siberian Wellness. Вот такая крышка. Еще герметично все закрывается. Далее есть лопаточка. Лопаточка, мой, да, вот эта выемка специально для пальчиков, чтобы брать нам пальчики. Пальчики. Сегодня я наносила на свои все зоны, которые меня волнуют. Межбровная, вокруг глаз зона, мимические морщинки и морщинки марионеточные. Вот эти вот. Они меня волнуют, потому что они у меня видны. Аромат такой приятный, легкий. Я вот наносила 8 штук, я уже использовала. Здесь всего лишь 60 пар. Но ничего, я же закажу себе еще. А вот такие прекрасные лепестки голубые, они в сыворотке. Раньше я пользовалась криолифтинговой маской, но теперь я буду и криолифтинговую маску, конечно, использовать, и вот эти патчи. Патчи можно держать час-два. У меня, видимо, моя кожа настолько сухая, она впитала за 15-20 минут все, что было на этих патчах. И у меня патчи, они прям влипли в кожу. Я снимала их с трудом. И патчи были уже не с сывороткой. Вот что значит, моя кожа хочет себе влаги. Поэтому я поняла, что надо обязательно патчами пользоваться. А так, если мы будем держать больше патчи длительное время, да, как некоторые любят, то может быть обратная реакция. Когда патчи некоторые могут, хотя любят на ночь наносить, да, и спать с ними, патчи они высыхают и потом будут вытягивать из кожи уже вашу влагу. Поэтому лучше пользоваться столько, сколько требуется вашей коже. Прям сами по ощущениям снимаете, когда вам это комфортно. Мне сегодня комфортно стало. Вот именно я ощутила уже, что после 15 минут, на 20 минуте я уже пошла снимать. Какие ощущения? Легкие, такие покалывающие, такие приятные ощущения на зоне вокруг глаз. Здесь ничего не ощутила. А вот тут вокруг глаз, да. А раньше я пользовалась брендом другой компании, патчами, и они как бы тоже сразу начинали пощипывание, но это говорит о том, что кожа принимает и кожа уже работает. Вот такие у меня сегодня продукты, средства, которые я себе приобрела в заказе от 5 января, а пришел заказ только вчера. Ну, так бывает. Подписывайтесь ко мне в мой канал, ко мне в мой чат. Здоровая красота. С вами Галина Плитко. Сейчас прикреплю мою ссылочку. Буду рада вас видеть у себя в гостях. И обратите внимание, сегодня 21 число, а у меня стоит елка. У меня еще новогоднее настроение. Я еще наслаждаюсь ее красотой. И даже не знаю, когда я ее буду разбирать. Не знаю. У меня еще огоньки светятся. А я люблю этот праздник. А у вас как с елкой? У вас елка еще стоит? Или уже вы разобрали елочку свою? Ну, смотрите, какая у меня красавица, высокая елка. Всем вам хорошего настроения, замечательных покупок и жду вас у себя в чате.